Большая Балашиха Лайф. Новости. Посвященное Дню защитника Отечества, объявляется открытым. Генерал-майор Сергей Юрьевич Захаров. Дорогие товарищи, поздравляю весь личный состав внутренних войск, наших уважаемых ветеранов с Днем защитника Отечества. Желаю всем успехов и свершений в ратном труде, в благородном деле воспитания новых поколений солдат отчизны. От всей души поздравляю вас с наступающим праздником, Днем защитника Отечества. Желаю вам повышения постоянно вашего боевого мастерства, вашим семьям достатка и благополучия, и, конечно, всем нам, несмотря ни на что, мирного неба над головой. С праздником! Встречайте на сцене группа «Взвод». Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. И не верится в зла. В этом бою я стою, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. Позвольте от имени главы городского округа и администрации городского округа Балашиха поздравить вас, славные воины Дзержинца, с праздником и пожелать вам жизненной энергии, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Вот и все, остались мы, я и Андрюк из Костромы. На нашем блокпосту среди акаций есть пулемет, есть автомат, есть мой подствольник без гранат, и где-то далеко комбат крепит дурацкий. Это родина моя, и лить ее нельзя, это матушка Россия, это русская земля. Это родина моя, и лить ее нельзя, это матушка Россия, это русская. Большая Балашиха Лайф. Новости.